За Варли ухаживали многие ее однокурсники, ведь она поступила в Щукинское училище, будучи уже звездой. За год до этого на экраны страны вышел фильм «Кавказская пленница», и вся страна влюбилась в юную Наташу. Активнее всех за Натальей Варли ухаживал Леонид Филатов. Все были уверены, до их свадьбы рукой подать. Леонид был пылок, напорист, талантлив, ну и, конечно, красив. Я бы на месте Наташи, наверное, не устояла бы, точно. Но Варлей устоял. Невозможно было этому чувству поддаться, потому что оно просто такое, оно было не столько созидательное, сколько разрушительное. Потому что если немножко нет, то это ненависть сразу. В итоге Варлей отправилась в ЗАГС с тихим, скромным Николаем Бурляевым.